В преддверии дня первого президента во всех школах Павлодара прошла торжественная церемония вступления юных патриотов города в ряды Жасулан и Жаскран. Наша съемочная группа побывала в одном из учебных заведений и стала свидетелями знаменательного события для школьников. Церемония началась с выноса флага Республики Казахстан и исполнения государственного гимна. В 25-й школе Павлодара юные новобранцы из 4 школ города принимали присягу. В ряды Жаскран вступили учащиеся 1-4 классов, а в ряды Жасулан – 6-9. Ребята из совета старшеклассников, действующие жасулановцы, завязали галстуки юным патриотам, а специально приглашенные гости надели значки на маленьких новобранцев, вступающих в Жаскран. А это ребята, которые вот отличники учебы, какие-то достижения в спорте или в учебе, да, показавшие какие-то достижения, сегодня принимаются в ряды Жасулан Жаскарана. Вообще сегодняшним днем, 28 ноября, мы вот ко дню первого президента, у нас во всех школах города идет прием в ряды Жасулан и Жаскаран. На сегодняшний день в организациях Жасулан и Жаскаран, значит, в Жасулане более 12 тысяч учащихся, и в Жаскаране более 14 тысяч учащихся, уже которые, ну, приняты учащиеся. В этот знаменательный день для маленьких павлодарцев, а в одной из школ города 50 юных патриотов вступили в ряды жасулановцев. Одна из них – Рамина Бахит. Рамина, скажи, пожалуйста, что для тебя значит сегодняшнее событие? Поделись с нами своими эмоциями. Я ученица 5 класса. Я учусь в школе имени Бауржана Момышлу. Сегодня прошло очень важное для меня мероприятие. Мы вступили в ряды Жасулан. Детская организация воспитывает патриотов нашей страны. Я очень рада, то, что вступила в их ряды. Второй этап вступления юных патриотов в ряды Жасулана и Жаскаран пройдет в канун празднования Дня независимости. Стоит отметить, что сегодня в один день ряды детских патриотических организаций пополнили более 2500 маленьких жителей Павлодара. Вероника Вишневская, Анатолий Классин, Ертыс Ахпарат.